Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мой видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по буксу surfbooks.com. Вчера я писала видео по нему. Говорила о том, что здесь произошел перезапуск. Ну и вот я вчера просмотрела рекламку, сегодня я просмотрела. И у меня я как бы уже... немалко есть. В этом видео я хочу проверить его на вывод. Ну, так как до перезапуска он платил инстантом. Вот. Как видите, у меня на балансе рекламном есть 3 монетки, 3 коина. Это я собрала вот отсюда то, что я ничего не депонировала. Вот нам дают подарочный бокс. Я здесь его собираю. Монетки падают сюда. Распределяется прибыль 50 на 50. Потом нажала вот на вкладочку. И они у меня перешло 50 сюда процентов. И 50 на вывод. Давайте займемся выводом денежных средств. Прежде чем выводить, не забудьте установить платежный пароль. Есть вот здесь слева как бы шапка. И вот здесь вкладочки. Можно на любую из них нажать. Значит, ну давайте я Pair. Так, минимум, как я говорила, 100 коинов. 100 коинов равняется 1 рублю. Минимальный вывод 1 рубль. Сюда мы что делаем? Прописываем номер кошелька. А сюда платежный пароль. Я поставлю на паузу. Поставлю на паузу и введу пароль. Все, как мы видим, зелененьким загорелось. Выплачено. Переходим сразу же, друзья, на Pair кошелек. Я перезагружаю страничку. Все замечательно. Вот 9 октября. Рубль 11 копеек. Кликаем. 9 октября перевод выполнен. Рубль 11. Вывод. Surfbooks.com. Ну что ж, платит инстантом. Но у меня как бы сомнений в принципе как таковых и не было. Ну и серфинг здесь просматриваем раз в 24 часа. Я сегодня вот уже все просмотрела. И вот у меня еще 3 рекламки появилось. Здесь бонус. Я уже не помню, во сколько я вчера брала этот бонус. Можно бонус получить. Да, все, я получила 1 монетку. И монетка, обратите внимание, упала на баланс для вывода. Кому интересно, работаем, зарабатываем абсолютно без вложений. Я не делала ни апгрейд, ничего здесь после перезапуска. Вот, ну и за 2 дня у меня как бы минималка и есть. Всем удачи, до новых встреч.